Два раза в год они собираются на этой площадке, чтобы побороться за победу. В декабре в Стуловском спорткомплексе проходит Кубок Слободского района по волейболу. В апреле – традиционный чемпионат среди женских команд. Отрадно, что растет популярность волейбола в районе именно у женских команд. Долгое время мы проводили турнир при 3-4 командах. Сегодня 5 команд, в декабре было 6 команд. Мы ожидаем, что массовость именно женского волейбола будет расти. Денисовы, Закаринье, Шихово, Слободской и Слободской колледж продемонстрировали зрелищную игру. Каждый матч проходил до победы в двух партиях. Из 8 турнирных встреч 3 прошли в упорнейшей борьбе из 3 партий. Отдавать соперникам победу не захотел никто. Это заслуга и командного духа, и регулярных тренировок. Женская сборная из Шихова, к примеру, тренируется в родном спорткомплексе 3 в неделю. Эта любовь, наверное, появилась еще в школе, то есть со школьных лет, где-то примерно с 7 класса меня пригласили в команду в школьную играть. Я играла с девочками, которые меня старше. И так играла до конца своей школы. Потом в институте немножко мы играли, тоже создавали команду. Потом вышла замуж, появились дети, появилось мало свободного времени. Поэтому, а сейчас уже, наверное, 4-й мы, наверное, год создали опять клуб любителей, как я и называю, любителей волейбола. Нам очень нравится проводить время друг с другом. С нами играют наши мужчины, у кого-то мужья, у кого-то просто знакомые. Вот так вот мы вечерами собираемся и играем. Слободская команда впервые собралась в ноябре. С тех пор каждую субботу ее участницы встречаются на этой площадке. И спорт я любила с самого детства. К волейболу я пришла не сразу. Я сначала ходила в танцы, ходила в баскетбол, ходила в тэквондо. И после тэквондо уже... Спустя какое-то время я пришла в волейбол. В волейбол я уже играю 3-й год пошел. В волейболе можно было придумывать всякие комбинации. Можно отрабатывать нападающий удар, прием, подачи. В принципе, вообще своей игрой меня волейбол очень сильно интересует. Поэтому я пришла к нему, к этому виду спорта. В итоге слободской команде удалось завоевать первую строчку в турнирной таблице. Серебром наградили сборную Закаринья, бронзой Шихова.